Решает, как, впрочем, этот конкурс и игру. В общем, команда КВН из города Котельники. Кстати, да, встречаем. Громче аплодируем команде. Команда КВН, кстати, да, представляет магазин, которых миллионы. Внимание, народ, акция идет. Кто среднюю чашечку найдет, тот монетку получит. О, монетку. Ну что же, давайте смелее, где средняя чашечка? Ну же, смелей, старик. Я думаю, она здесь. Уверены? Кто не рискует, тот не пьет шампанское из чашечек. Золотые слова, старик. Оп! Где средняя чашечка? Ага, испугались, вот она. Так, как тебя зовут? Продавец-консультант Сергей? Ага, ясно. А что это у нас тут? Отдавай нашу монетку. Отпустите изверги! Эй, зови администратора! Администратор! Отец, подожди! Мы же гарантию не оформили! А, точно! Сережа, а ну-ка иди сюда, давай! Так, молодой человек! Вот вы, между прочим, не оформили нам, знаете что, гарантию! Да? Если такой умный, иди и сам себе оформляй свою гарантию. Я ее оформлять не буду. Да что вы мне хамите? Ха! Я вообще увольняюсь из этого места и пойду служить в армию. Знаешь куда? ВДВ! Больно, наверное. Ну да, больно, но я уже привык. И вообще, знаешь что? У тебя брови толстые. Особенно вон там, левая. Ты понял, да? Ты знаешь, кого сейчас обидел? Я! Чемпион мира по пародиям Брежнева! И я теперь тебя зацелую! Берегись! Нет! Что ж ты делаешь? Ты ж десантник! Точно! Обойдемся. Нельзя, мать заругает. Я вам сейчас печать поставлю на гарантии.